Всем привет, дорогие друзья! С вами Меридар, с вами Лимба. Такс, пойдем дальше. Все дальше и дальше. Так, кнопочка. Ничего себе. Нажимаем. Ящики улетают. Эть. Так, запрыгнуть я не смогу. Ну-ка. Гравитация воспользуемся. Так. Или не так? Так. Побежали, побежали, побежали. Утащили. Опа! Блин, классно, а? Давай, роняйся. Так. Так, так, так. Оу! А, понял. И чё? Ну, нажали. Ого. Так, спокуха. Опять что ли ящиком воспользоваться? Пока я что-то не понимаю, что от меня хотят. Оп. Допустим, уползем. Потом убежим. О, понял. Потом мы... Понял. Нужно его затянуть сюда. Угу. Делов. Так, а надеюсь, он пройдет аккуратненько. Так. Блин, все сложнее и сложнее, все интереснее и интереснее. Блин, я ее прохожу, наверное, добрых... Ну, часа три, я думаю, это вообще минимум. Оп! Ого! Еще раз спуститься? Мы на этом ящике подымемся, наверное, да? Блин, ну попробуем. Так. Так. Оба! Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, вроде успеваем. Оп. Оп. Ха! Класс! Так, стрелочки.
Лифт. Лазер. Что, еще выше можно? Не можно. Что там? О! Лазер. Так, мне нужна эта коробка, я так понимаю. Да? А лифт выше едет? Понял, нужно на крышу залезть. Ничего себе! Так, лифт поехал вниз. Лифт поехал вверх. Потом опять вниз. Наверное, нужно, чтобы лазер... Ой! Ну, понял, понял, понял. Делов-то. И вниз. И вверх. И вниз. И вверх. Есть контакт. Так, я надеюсь, этот лазер, этот ящик не раскурожит. А, он на него даже не срабатывает. Красота. Ой. Охренеть, даже не заметил. Так, платформа. Вау! Ничего себе, наверное, его схватить надо. Блин, прикольно. И чё? Я же не залезу, да? Конечно, не залезу. Ясно. Нужен еще один ящик, походу. Да? Ну-ка. А если мы пойдем налево? Ой, а вроде... Можно. Так. Все, тупик, тупик. Это лифт это, да? Цепи. Блин, непривычно вверх головой ходить. Точнее, вверх ногами. Так, окей. Ой. Нюка. А нюка, давайте-ка ящик обратно запихаем вниз. Надеюсь, он там в нужное место упал. Охренеть, ничего, не в нужное упал. Оп! Ну это ладно. Это я понял. Пум-пум-пум-пум-пум. А что если... Ого, его погрузить, оказывается, может. Не, грузить не будем. Поставить его на крышу лифта. Эть, понял. Блин, а я могу и не успеть это сделать. Он слишком уж... А, блин, Семен, Семен.
Эть? Фух. Я сейчас думал, зафигачит. Ну хорошо. Хорошо. Так, кнопочка. О. Ящик. Гравитация. Отключаем. Включаем. И чё? Чё дальше? А по-моему, он сюда немножко ползет, не? Так, ну по потолку мы гуляли вот до этих цепей. Если мы сюда доставим вот этот ящик, вот сюда вот, то он вверх должен уплыть. А как же его доставить? О! 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 Блин. О! Блин, ну короче, это реально, да? Его нужно только туда укатить. Эх, главное, чтобы он, короче, не коснулся. Вот как сейчас это произошло. И сейчас. Охренеть. Так, давайте все сначала. Оп. Блин, по-моему, он сейчас вот движение прекратил. Так, еще раз. По-моему, нужно, чтобы он не касался. Или касался. О! О! Блин, ну почти, да? Ну-ка. О, хорошо. Эх, чуть-чуть. Так, я понял. Оп! Это слабовато. Оп! Оп! Так, нужно, чтобы он второй раз не стукнулся, да? Вот так вот. Блин. По-моему, это реально сделать, не? Расшатать его. Ах! Почти, а? Фак. Блин, или нужно, чтобы он... Ух ты, что так тоже можно? Почти, почти. Вот эта вот ямка на потолке, да, выемка.
Все, не движется. Так, ну-ка. Блин, вот придумают же, а? О, е! Так, сейчас главное его не потерять. А, ну нам его все. Доставляем его сюда. Так, я уже забыл, что я там делал. Ага, нужен мне этот ящик, да? То я до лазера, до лестницы не дойду. Так, надеюсь, все мои манипуляции не были напрасны. Блин, классно, классно придумали, конечно. Так. Ну, смотрите. Оп. Ящичек. Не знаю, нафиг он мне нужен тут. О, а второй мы вниз поставим, да? Чтобы запрыгнуть. Я надеюсь, он здесь будет сейчас. Сейчас мы его найдем. О, красота. Вот он, красавчик. Такс. Ага, ну, по-моему, до сюда, да? Долетит. Ну-ка. Да, по-моему, так. Во, и сейчас нам нужно. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Да-да-да. Есть контакт. Ой, блин, какие елочки красивые. Что-то я давно этих пиявок не видел. Личинок. Так, надеюсь, эта штука на меня сейчас не упадет. И чё? Я понял. Эту поднять надо. А то опустить. Блин, ну как же это сделать? Расскажите мне. Так. Опускаем. Ха, не опустились. А, магнит, да? Гравитация. Оп. И чё? Магнит, оп. Но они сейчас приклеятся оба, да? Ну. А так сделаю, они отклеются. Ну это ж глупо, я ж так не запрыгну, конечно. И чё? Включил магнит.
Поднял. Обе эти платформы поднимаются, да? Ящика не знаю. Отключил. Опустил. Ничего не понимаю. Магнит действует на их, на два этих ящика, не знаю, как это называется, контейнера. На оба, да? Ну-ка. Ну. Я никакой закономерности пока не вижу. А может мне его включить и выключить? О! Ну-ка. По идее, вот эта вот ближняя должна раньше долетать. Да, она же выше стоит. Точно. Короче, включаем магнит. Нет, не включаем магнит. Отключаем гравитацию. Точнее, включаем гравитацию. Включаем магнит. И нужно, короче, чтобы вот это вот... Ну-ка. Блин! Классно. Вот придумают же, а? Молодцы, молодцы. Так, сейчас главное не помереть. Так, стрелочки. Трос. До троса не долечу. Оп! Чё? Так, я понял. А толку, что я за нее схвачусь? Так, я понял. Нужно быстро упасть вниз, включить нижний тумблер, да? Блин, ну я не успеваю, парни, ребята, я не успеваю так сделать. Непривычно при нажатии кнопочки. Оп, оп. Так, я понял. Слушай, мне может что-нибудь притащить надо? Не? Не. Блин, я не успеваю. Так. Не, очень далеко бежать. Очень далеко.
Как-нибудь с разгону. Блин, а он... Блин, я не знаю. Он то повниз падает. Так, я понял. Так, и вниз мы тоже падаем. Не, ну я не успеваю, это по-любому. Слушай, может мне туда не надо? Да нет, тут закрыто все. Блин, нужно за этот хвостик ухватиться. Ага. Ну-ка. О, а можно эту штуку нажимать? Я все равно не успею. Она пипец как быстро укатывается. Так, может мне сюда все-таки не надо, гравитация. Ну это хорошо, конечно, я схватился. Вау! Блин, что делать-то, а, парни? О! Так, я понял. Не нужно дожидаться, чтобы она доехала-то до конца. Так, ну не настолько, конечно. Так, я понял. Прыжок веры. Сейчас все будет, сейчас все будет, парни. Оп. Это она слишком не доехала, да? О! Ну, по-моему, это, я иду по правильному пути.
Да? Только нужно определить, насколько, чтобы она не доезжала. Вау! Фу. Блин, да, это было круто. Так. Оп. Это не веревка, я понял. Я понял, понял, все. Да, наверное, то опять этот тумблер надо включить, пролетая мимо него. Так, недолет. Стрелочку эту, да? О! Ничего себе! А, что, я умер? Я умер. Так, а теперь эту верхнюю, да? Электричество. Ну я понял. Так. Нужно эту стрелочку клацнуть. Ты не понял, я включил, не включил, по-моему, включил. Так, прыгнуть надо. Блин, интересно, интересно. Не на ту кнопку нажал. Так, а прыгать? Тут все перепутано. Блин. Прыгать получается на левую кнопку. Те же пассатижи. Ничего-ничего. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Я ж как-то... Оп. Что-то я вообще ни хрена не прыгнул. А, наверное, все-таки когда вверх макушкой. Не, нифига. Блин, а как же так прыгнуть-то, а? Так. Бежишь, бежишь, бежишь. Опа! 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 Почти. Не попал. Вообще не попал. Нужно, короче, прыгать, когда она еще горит. Да? Пока мы летели, оно потухло. Вот так вот. Вот хорошо, только на кнопку не нажал. О! О, красавчик! Так, ждем. Чё, блин, не люблю. А, понял. Нужно опять подождать, пока она потухнет, и прыгнуть туда. Оп, оп. А, и на веревочку, да? Ой, блин, опять. Ты что творишь? Блин. Опасность на каждом шагу.
Долго я что-то летел. Да. Тут не то, что не только логическое мышление, но еще моторика, ловкость рук. Так. Не тиснул на кнопочку. Рано, рано. О, есть контакт. Поспешишь. Людей насмешишь. О, нормально. Опа. Опа. Ох, блин. От доли секунды, доли секунды. Все, настолько надо выверить. Охренеть. Да, логика и тут, короче, фак, не ограничишься. Ну это пипец просто. Ах ты ж, и тише ж ты, пассатижи. Вверх это не прыгать, прыгать это влево, все. О, сейчас вот вообще не прыгну. Да господи ж ты, боже мой. Еще проблема в том, что я не на джойстике играю, а на клавиатуре, на этих стрелочках. Так. Оп, 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 и зажарился. И, короче, пипец, не это самое, непривычно, неудобно. А перебиндить на VASD не представляется возможности. Ну нормально, нормально. Сейчас мы это сделаем. Тут вспоминается 90-е года, дэндевские игры, там вот такая же петрушка. Оп. Там все нужно, чтобы выверено было. Там до доли секунд. Опа! Ух! Фух! Фух! Ю-ху! Мы сделали это! Так. Колесо катиться не хочет? Да, это было круто. Так, эта штука меня придавливать не хочет. Ну и ладно. Да, эпическое похождение Миридара в мире Лимба. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Миридар. До новых встреч. Пока.